Успехи и достижения 16-й школы известны не только в Тобольске. Ее ученики прославляют альма-матер на всю страну. Вот и школьник Андрей Гобов отличился на национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Обилимпикс». Там ученик в компетенции «Промышленная робототехника» открыл медальный зачет Тюменской области, завоевав серебро. Готовился он в Тобольском многопрофильном техникуме. На отборочных к этому чемпионату выделился очень сильный противник. Конечно, хотелось одержать победу в этом году, но в следующем я усерднее постараюсь и надеюсь займу первую. В 16-й школе открыты менделеевские классы, реализуется проект «Пиктомир» и другие инновационные направления. Достижения учеников не только в науке и учебе, но и в творчестве, а также в спорте. Наши легкоатлеты тоже их знают полностью, вся область. Имеют достижения в соревнованиях «Шиповка юных». Ну, очень много на самом деле. И участвовали в конкурсе, и вошли в каталог экономически эффективных практик при агентстве стратегических инициатив. За заслуги в системе образования, успехи в учебной и воспитательной деятельности коллектив 16-й школы наградили в правительстве Тюменской области. Там чествовали отличившихся жителей региона в преддверии Дня народного единства. Каждый из вас бесконечно предан делу своей жизни. Вы своим ежедневным и добросовестным трудом стараетесь быть полезным и нашему региону, и всей стране. В этом ваше проявление искренней любви и преданности Родине. Всего награды из рук губернатора получили 43 жителя Тюменской области. Шамиль Гулиев, Тобольское время.